Всем привет, друзья, с вами Фризен. Продолжаем Вальхейм. Так, что-то я вообще темноту нагнал. Перестал я за этим следить, за домом. Поэтому такая темень. Так, в прошлой серии что мы делали-то? Мы что-то делали. А, строили доменную печь. Я бегал за серебром, плавил его. Что с ним только не делал. И железо, то, что у меня было, тоже сплавил. Так, хочу извиниться. Я в прошлой серии неправильно понял комментарий. Сказали-то, что лен и овес растет только на равнинах. Оказывается, только на равнинах он растет. Я неправильно понял, я думал, что он растет на равнинах, поэтому на равнинах его можно добыть. А нет, он будет расти и приносить какую-то пользу только на равнинах. Вот эта земля ему, оказывается, не подходит. Возможно, а скорее всего так оно и будет, мы переедем на равнины. Но это не точно. Но я там построю как-нибудь какой-нибудь домик. Кстати, вот хорошее место, да? Деревня зеленых. Мне предлагали в одной из серий сюда переехать. Но я все отнекивался. Можно здесь построить портал. Сделать огород. Давай, будем захватывать. Вначале я хочу посмотреть. Не, ну тут вообще, блин, наверное, жопа здесь. Раз, если здесь босс, то там вообще, наверное, жопа. Ну, в смысле, по мощности. Хотя... Давай тогда, ладно, на Г3. Но вначале нам нужно будет прокачаться. Здесь что, был скрытый динамик, что ли? Музыкальный. Да и что мне нужно, что мне не нужно. Вначале посмотрим апгрейды. Все второго уровня почти. Серьезно? Качественная древесина? Ну давай начнем вот с этого. Слизь. Ой, слизь. Слизи много надо. А, стоп. Шкурки вот такие возьмем. И серебро. Ну давай, апгрейд. С чего у нас есть? Ай, блин, я не то взял. Как же это напрягает немножко. Вот эту тридцатку возьмем. Их. Давай, что тут у вас? Вот. Лук прокачаем. Угу. Так. Меч. Кстати, сказали, что железо мне тоже пригодится. После того, как я добуду нити из этого льна или чего-то там, то у меня появится новый рецепт на новые доспехи. Да. Теперь... Так, надо повышать броню, да? 10. Всего по 10. Пока здесь поваляйся. А, возьмем 20. Почему бы и нет? Что мне еще лишнее? Вот это все. Какая суета. Блин, еще зубы эти нужны.
Так пол серии пройдет, блин, пока этой фигней страдаю. Паника, паника. Апгрейдим. То есть еще можно? А, шкур-то не хватит, хотя... Да, хватит шкур, смотри. И каску на нафиг увеличим. Блин, я, конечно, понимаю, что это бесполезная трата времени, трата ресурсов, но без этого я не выживу. Ну, то есть, если я не буду прокачан, то я не выживу. А все мы это делаем ради чего? Ради того, чтобы... 15? Ты угораешь? Хи-хо-хо-хо. Мощно. Ладно. 15. 15. Это жестко. То есть там еще надо 15, а у меня только 4 серебра. Очень мощно. Где утро? Я же спал. Или не спал? Вроде я спал. Какие нафиг враги? Какие враги? Тих, странный. Ладно. Поспим и отправимся на Г3. Да? Да. Вначале я просто изучу местность. Так. И сколько у меня получилось? 79. Ну, блин. Не так уж и много, скажу я вам. Давай десяточку сделаем. Оставим себе десятку. Это я закину, пусть перерабатывает. Потому что я, возможно, вернусь с этим зеленым металлом, как его называют. Правильно. Ну, для доменной печи. Тут кто же был? Кто-то мощный? Или это я не добрал? Неважно. Что у меня еще есть лишнего? Зубы и смола. Зубы и смола. Шишки какие-то. О, зубы. Как много вас. Тра-та-та. Вот это вот так вот сделаем. Кирку на всякий случай возьмем с собой. Блин, надо еду взять адекватную. Ну, вот эту возьмем. Почему бы и нет? Теперь мы это съедим. 4-5. Возьмем еще какой-нибудь. Рагу из змея. Блин, слишком жирное. Хотя оно того стоит. Эх. Я их боюсь, этих гоблинов. Это кто? Вот нам сюда. Они реально очень сложные и опасные. Так. Какая наша цель сегодня? Построить огород? Или как минимум найти место для огорода? О, привет! Хе-хе. Ну ты мазила. Такой тупинный, не попал по мне. Стоп. Это равнина? А просто туман какой-то идет или что? Равнина вообще на равнину не похожа. Ой, в сосну врезался. Да иди ты нафиг, дядя. Стоп! Блин, 30 стрел. Вот со стрелами у меня напряг, да. Ладно, если что, я знаю, как комаров поймать мечом. Ну, конечно, не с первого раза у меня это получается, но... Вот этих ребят мы пока точно трогать не будем.
стелс. Ну, где ты? Давай резче, падла. Спалил меня. Пам! По-моему, он не пробивает мой щит, нет? Да? Да. Но не так уж сильно. Что там у тебя упало? Давай сюда. Черный металл. Отлично. Мне нужны их домики. Домики. Потому что в этих домиках есть ящички. А в тех ящичках есть... то, что мы ищем. Ячмень или овес. О, летит уже козель. Бам. 18. А не жирно ли тебе будет? Ладно. Главное, чтобы в спину мне не прилетело ничего. Вот утром гулять, это вообще не благодарное дело. Туман, ничего не видно. Вы-то здесь откуда? Ребят, вы потерялись, что ли? Ладно, пойдем со мной. Будете меня прикрывать, если что. Давай, вали их, пацаны. Ух ты, блин. Это мощно. Мощно. Ты-то куда лезешь? Ты видишь, я занят другим телом. Не помогаете, так отваливайте. Шмалу я возьму у вас. О, монетки. А нафига мне монетки? Стоп, куда мне 10? Дерево упало. Пропало, точнее. У меня же было 10 дерева. Куда? А, я их, блин, случайно в печь засунул, да? Я молодец, как всегда. Угу. Я их специально откладывал, думал, если что, то верстак воткну. Молоток-то для чего брал? А топор выкинул специально, да? Так, пихти мне урон не приносит. Вот эти деревья ломал в прошлый раз, когда я погиб. Сколько у меня? 4. Сейчас быстренько покосим. 7. Чё так мало? О, 10, отлично. Вон, какой-то домик. Только я не знаю, что это за домик. Бам! Высек! Бам! Высек! Кого еще высечь? Вот его. Хе-хе, хорош! Ух! Опа! Снайпер! Сидит снайпер. Дозорный. Тыщ! Да, мне бы еще попадать в людей. Ну где ты? Блин! По-моему, я спалился. Да почему ты не долетаешь? Ну, где ты? Мелкий. Я вообще попадаю в него, нет? Ну, гад, у меня стрел мало. Что ты творишь? Где он? Спустился? Смелый. Действительно смелый. Блин, мне надо... Хотя, пока что мне не нужно этот металл, но пусть будет. О-хо-хо, yes-а. Вот, что это? Ячмень. Ячмень. Это возможно... вопрос в чем? Не важно, да, в каком я месте буду это делать. Главное, что это равнины. Локация равнины. И все. Так ведь? Что там под деревом сидит? Попал, не попал, долетело, не долетело. Ладно.
Подойдем поближе, разузнаем. И это вообще был куст. Блинский куст. Ты прикинь? Я куст принял за гоблина. И стрельнул в него. А больше я пока здесь не вижу деревушек. Ай! Поздно заметил. Хотя, что они мне сделают? Птица дурацкая. И ех, все равно успевает меня укусить. У тебя, блин, что за... Бам. Вот они мощные, ребятки, а. Так как копьем. Трофей, комар смерти? А нафиг мне этот трофей? Слушай, а может быть трофей можно... вешать на стену? Мы, по-моему, только мечи туда вешали, да? Но трофеем... Да, это разумно. Трофеи-то для этого и нужны. Что там пишут? В этом месте было слишком жарко для Ульфа, который привык смахивать снег с бороды. Он вырезал этот камень и двинулся дальше. Ну ладно. Мы тогда тоже двинемся дальше. Ну смотри, что мы имеем? Инопланетянина, йода, ячмень, 9. Тихо, тихо. К ящерам пока не подходим. Вот когда нужно, нет этих поселений. Когда не надо, точнее, когда надо, наоборот, то их нет. Где я погибал так много? А, вот здесь. Во, деревушка гоблинов, глянь. Я как-то иду странно. Забеги. Странная зачистка у меня происходит. Начал немного издалека. Сколько у меня стрел? 19. Но кому-то хватит, кому-то нет. Никому не хватило. Кого ты меч убрал? Опа, однозвездочный. Не люблю я звездочных ребят. Потому что они очень мощные. Не, ну хорошо, что не двухзвездочный. Тут вообще с двух ударов высекает. Да достань ты его. Угу, а с того я все забрал, надеюсь. Но уже 12 есть кусочков, так? Хотя они мне пока не нужны. Мне нужен ячмень и овес. А чтобы это было, мне нужен огород. Но создать огород это не так уж сложно. Надо просто притащить сюда рыхлилку мою. О, еще один ходит. Интересно, сверху вниз она как прилетит? Нормально? Хорош. Вот это ему призвездило с головы. Точнее, в голову. Ой, комар. Комарина. Бам. Все равно успевает. О, кораблик. Но нам пока корабль не нужен. А, верстак есть. Отлично. Г3? А здесь тогда что? А! Не вовремя миры сохраняешь. Ой, там мои даже какие-то вещи остались. Пойдем посмотрим. Я уже не помню, что там за вещи. Очень интересно. Так, мы страдаем уже 20 минут фигней. А огорода до сих пор нет. Тогда сейчас проверим, какие у меня там вещи остались. Я сбегаю домой. Ну, пока зачищу вот эту территорию, хотя бы вот так вот вдоль горы.
и построим огород где-нибудь. Ну давай, лети сюда. Кись. Как по-комариному позвать его? Ви-ви-ви. Пси-пси-пси. Лети сюда. Что здесь у нас? Что ты восстановил? Какие предметы? А, железные предметы. Только камень мне не сдался. Хвосты тоже не нужны. Ну, быкоящер тоже не нужен, нифига себе башка. Так, это пусть будет, лежит дома, потому что мало ли я погибну, а мне это пригодится. Ну, я когда погибаю, я надеваю предыдущие вещи и прибегаю сюда, чтобы была хоть какая-то защита. Угу, разумненько, да? Ладно, сейчас пока побегаю здесь. Скоро продолжим. Смотри, что получилось. Где-то здесь вот в лесу был портал. Я его перенес куда-то сюда. А, вот сюда и перенес. Так, теперь там будет у нас Г3. Домик Гоп. Блинов. Я хотел вначале вон там построить, но там вроде как они респавнятся. И когда я пришел вот сюда, ну я вначале переехал на лодке, пришел, здесь тоже ребятки гуляли. Смотри, я построил вот такой маленький огородик. Ячмень нужно разместить под открытым небом. Ты угораешь? Да ё-моё, чем это тебе не открытое небо? Чем тебе это не открытое небо? Да по всем параметрам это открытое небо. Да мне как бы пофигу, только проблема в том, что я его не выкопаю. И мне проще будет эту глыбу снести. А есть? Нет. Реально проще будет ее сломать, ежели... Вот ты падла. Ну реально, чем это ему не открытое небо? Я специально там построил, чтобы... чтобы что? Не привлекать гоблинов. Не могу же я просто войти вон в поле и поставить себе огород. Кстати, можно было вот здесь бы поставить. Но это теперь-то я знаю, что нужно открытое небо. Раньше-то мне об этом никто не говорил. Не, говорили, конечно, но... Я не принимал это все так близко. Угадай, где я погиб. Я тебе скажу. Вот здесь. Возле деревушки. Я кого-то в этой деревушке завалил. Потом налетели комары. Всякие шаманы. Там у них какой-то огроменный гоблин ходит. Которого мы раньше встречали. Но ни разу не побеждали. Поэтому... Я, наверное, сейчас отправлюсь. А как я отправлюсь? Блин, это же далеко. Очень далеко. Хотел отправиться, ага. У меня 17... Ого, даже 22 черного металла. Ну, это очень далеко до дома нам. Да хватит кататься. Поэтому я, наверное, как-нибудь потом отвезу это все домой, когда он мне будет нужен. А пока что он мне не нужен. Это я починю. Это я починю. Ладно. Буду гулять, пока вас нет. Буду гулять. Собирать ячмень, овес и передвину огород. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока.